Хореографическая школа продвижения, театр МДМ и коллективы ДК. Широким кругом открывается 35-й творческий сезон в самом большом учреждении культуры городского округа Красногорск. Главная наша задача – открыть таланты наших жителей. И мы готовы к этому. В этом нашем творческом сезоне предлагаем новые направления деятельности, но в то же время мы сохраняем обязательно традиции, которые живут здесь во дворце уже многие-многие годы. Среди них Красногорский театр «Лаборатория 307», победитель многочисленных театральных конкурсов и другой народный коллектив «Оркестр русских народных инструментов». Давно и отлично учат в ДК и хореографии, современный в студии танца «Тэп энд джаз» с колоритом в ансамбле «Россия». Наш папа родился в Красногорске и, соответственно, он с детства ходил в эту студию. Я приехала, познакомились, и вот так создалась семья, что в этом ансамбле у нас родилась дочь Яна. И она скольки лет ходит? С трех. С трех лет. Ходим, занимается танцами. Да, ходим в студию «Россия». ДК Подмосковье – это дом, где воспитываются целые династии артистов, где рады всем, вне зависимости от возраста. Так, в рамках Дня открытых дверей чествовали самого юного участника творческих коллективов Дворца культуры Викторию Локтионову из студии «Светлячок» и самого взрослого – хористку народного коллектива «Подмосковье» Валентину Мельникову. Больше 30 лет уже езжу сюда из Нахабино. И счастливо, мне кажется, продляется жизнь даже моя. Вот 93 года, такой коллектив хороший, руководитель, поэтому живешь и чувствуешь, что тебе хочется жить. ДК Подмосковье – это 55 коллективов, секций и студий. Стать их частью мог любой желающий. Сделать выбор в пользу клубного формирования предлагал арт-квест под названием «Найди себя». Зона под водой, выставки, кроссбукинг, мастер-классы и экскурсии в закулисье наполнили насыщенную программу праздника. Сегодня открыли двери более 700 домов культуры Московской области. И вы знаете, несмотря на то, что у нас более 15 тысяч клубных формирований работает в Московской области и более 300 занимающих, тем не менее, по итогам прошлого года вновь записавшихся было более 30 тысяч человек. Это совершенно замечательный показатель, это то, ради чего мы работаем, понимая, что когда двери учреждения культуры открываются, да, главная задача, чтобы туда пришли люди и ДК был наполнен. Нехватки посетителей у ДК Подмосковья не было никогда. 2500 детей и взрослых приходят на занятия во Дворец культуры из года в год. Новички записывались в кружки и секции в день открытых дверей.